зимний период, или как мы еще его называем, шестимесячный отопительный период, на территории Тверской области ожидается, в общем-то, и центрального региона очень близким к норме. Надо сказать, что за последние 10 лет, все предыдущие годы, начиная с 2000 года, зимы, в общем-то, были несколько теплее нормы. Предстоящая зима ожидается очень близкой к норме, но, конечно же, не обойдется и без таких, в общем-то, колебаний, как в теплую, так и в холодную сторону. Вот, к примеру, из всех зимних месяцев, вот октябрь у нас ожидался около нормы, чуть-чуть холоднее. Он, в общем-то, так и оправдался. На сегодня мы это видим, что это, в общем-то, так и случилось. Следующий месяц, ноябрь ожидается у нас несколько холоднее нормы, но не в пределах 1 градуса нормы, отличия. А дальше декабрь и январь у нас идут, в общем-то, очень близкие к норме. Из всех месяцев зимних самым холодным, в общем-то, ожидается февраль. И что в последнее время на территории Тверской области очень часто именно так и происходит, потому что самые низкие температуры ниже 30 градусов, хоть и 1, 2, 3 дня, но мы получали именно в последние годы в феврале. Ну, что надо сказать по поводу снега. Снежный покров по норме на нашей территории устанавливается где-то в 20-х числах ноября. И это норма, собственно говоря. Но бывали годы, когда снежный покров, в частности, вот в городе Твери, отмечался и 26 сентября. Ну, а самая поздняя дата – это 8 декабря. Это было, когда у нас были зимы совсем уж теплые, и когда у нас дождь там шел еще и в декабре. Вот. В этом году мы примерно так же ожидаем около нормы установления снежного покрова после 20-х чисел, и все прогнозы, которые мы сейчас имеем, говорят именно об этом.